Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это очередной выпуск по пак-опенингу в MyClub. Ну что же, приятного вам просмотра. Итак, премиум агента нам дают снова за предзаказ 3. А игрока туда могут выпасть, также серебро, больше всего там вероятность 80% где-то. Ну посмотрим. Мы отправимся в Италию, Криштиану Роналду, наверное. Ну нет, это даже серебряный игрок. И это у нас Конти, правый защитник. Ну и кто еще у нас в этом паке? Лука Пеллегрини, кстати, неплохой на карьерку, вот именно защитник, и Басо Гог. Так, ну теперь мы получаем Буатенга здесь, 100% черный мячик. Зачем-то нам дают этого игрока, ну, посмотрим, может какого-то там хорошего рейтинга, 88, пойдет, белая прическа у него вообще замечательно будет. Так, Гаскоина нам дают, это вообще замечательно, если не ошибаюсь, то это икона даже. Пол Гаскоин, вроде его так зовут, да? Если я сейчас вообще ничего не путаю. Да, ну скорее всего Пол, потому что по этому написано. Ну так что, отличная икона может залететь к нам в состав. Так, Саласа нам теперь еще дают. Что-то сегодня прям Pro Evolution для нас щедры. И раздают икон. Это вообще интересно, конечно. 84-й чилийский нападающий. Ну и давайте откроем игрока команды недели. Там Де Брюйне, Кейн есть. Поэтому я все-таки бы хотел, естественно, оттуда поймать Де Брюйне. Но мы посмотрим. Интересно, конечно, выловить оттуда кого-нибудь. Итак. Мы отправляемся сами в Англию. Надеюсь на Кевина Де Брюйне. Правая нога. Сити. Да, это Кевин Де Брюйне. Это максимально. Это Кевин же. Это Кевин, 17-й там номер. Все замечательно. Кевин Де Брюйне. Нам выпадает это максимальный информ, который нам мог выпасть. 95-й атакующий полузащитник нам в команду залетает. Все замечательно. Так, нам сейчас зачем-то будут давать Омара Маскареля. Ну, давайте возьмем, почему бы и нет. Все равно нам абсолютно все игроки пригодятся. Мы их потом можем преобразовывать в тренеров. Вот он Маскарель, опорник, 86-й рейтинг. Пойдет. Итак, нам дали премиум агента за предзаказ. Давайте посмотрим. Очередное, скорее всего, нам выпадет тут серебро. Но все равно эти игроки нам пригодятся. Естественно, для прокачки и для преобразования в тренера. Ну что же, нам здесь какой-то бразилец, наверное, выпадет. Из бразильской лиги, да, Атлетико Минейро. И там Мариано. Ну, небезызвестный игрок, можно сказать. Марко Левайя и Фейнандуо. Клуб Stars Spanish Лига. Открываем, так я понимаю, интересных игроков из испанской лиги. Но не факт вроде, что они только нам оттуда могут выпасть, там из различных лиг. Но все равно тратим мы на это джипышки наши, 25 тысяч. Но зато нам выпадет сразу 3 игрока. Снова 3 игрока. Мы отправляем, кстати, ну вот в Испанию. Надеюсь, золото. И черный мяч даже выпадает. Внимание, просто интересно. Но это Бензема. Карим Бензема. Мадридский Реал, 9-й номер. Замечательно. Тут вот интересное, конечно, нам сейчас открытие получилось. Ну и Карим Бензема залетает. Иниго Мартинес, 82-й. И Мой Гомес, 76-й. Ну, замечательно. Итак, нам сейчас бесплатно, не знаю к чему, наверное, к партнерству ПЭСа и Арсенала нам дают теперь еще и Эктора Беллерина нам на правый фланг. И мне кажется, даже этот игрок зайдет к нам в состав. Сейчас еще посмотрим на его показатель. 87, действительно, он залетает к нам в состав. И будет замечательное усиление основы. Супер. Так, ну а сейчас у нас есть шанс снова выловить Криштиану Роналду. Постараемся. Команда недели вышла интересная. И посмотрим, кто нам отсюда может выпасть. Итак, мы отправляемся с вами в Италию. Ну что, Криштиану Роналду? Сейчас посмотрим. Правая нога, это Наполи, уже точно и Криштиану Роналду. Ну, интересный игрок. Наверное, 11 номер по номерам. Ну, это Ирвин Клозано на правый фланг. Интересно, конечно. А, левый здесь даже. Уже давно не следил за итальянским чемпионатом. Оказывается, Лозано получает информацию здесь левого нападающего. Ну, тоже неплохо. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол, это жизнь, до новых встреч, друзья, всем до свидания.